Всем привет! Если вы не знаете, куда отвезти детей в Арабских Эмиратах, я предлагаю вам отвезти в любой торговый комплекс. Почему? Потому что в любом торговом комплексе есть вот такие вот игровые, развлекательные для детей такие вот площадки. А что здесь есть? Ну, вы знаете, на самом деле легче сказать, чего здесь нету, потому что здесь практически есть все. Я сейчас зашла в Mall of Emirates. Здесь вот сзади меня стенка, по которой можно полазить. Здесь вот такие вот игровые штуки. Вот там вот впереди меня еще карусель. Такая вверх-вниз, которая. Что еще есть? Трамплины, парк трамплинов. Там можно попрыгать. Ну, в общем, развлечений здесь на самом деле очень много. Я думаю, детям очень понравится. Есть. На машинках можно покататься, на таких вот, да? Ну, такое, как, типа, вот, как лунопарк, не лунопарк. Впереди меня, сзади меня машинки, там, где можно покататься. Вот, ну, вот здесь вот в этой части получается такое, типа, развлекательное мероприятие, типа, карусель, не знаю, трамплины, стенка. А дальше еще здесь что есть, я сейчас пройду, покажу. Вот. И вот, кстати, я могу сказать, что, ну да, в маленьких торговых комплексах там поменьше территория, это все будет поменьше, но это все есть везде. Поэтому вот в любой торговый комплекс берите детей и найдете там, что с ним делать 100%. Ну, вот здесь, например, какой-то, не знаю, кинотеатр, по-моему. Да. Типа, сколько-то там, где. Здесь тоже всякие аттракционы, игровые автоматы. На рулетке. Да чего только нету, вот правда. Да, тут если посмотреть, детям, по-моему, очень нравится. Вот территория сама не настолько большая, но этого достаточно. Дальше проходим следующая часть. Вот такой паровозик и здесь еще боулинг. Там ресторан, фотостудия, боулинг. Пойду в другую сторону, не туда пошла. Ну, я уверена, что вот детям будет понравиться. Здесь очень громко, не знаю, сколько будет слышно это все на видео, потому что очень громко, но надеюсь, что будет слышно. Такая еще зона с автоматами. Здесь можно поиграть, всякие игровые автоматы. Вот сейчас я покажу. Вот впереди, да, вот. Все, светится Лас-Вегас в действии. Вот правда, со всех сторон. Ну, прям капец, Лас-Вегас. Дудаш Дерби. Что это, не знаю. В общем, я уверена, что детям очень понравится. Вот. Машина, чтобы делать снег. Такая прикольная зимняя развлекаловка. Так что, на вопрос, что делать с детьми в Эмиратах, однозначно отвечу, можно их брать в любой молл, и они там найдут, что делать. Вот здесь тоже сзади меня автоматы такие. Я вот, кстати, хочу сделать несколько таких вот передач по поводу, куда можно сводить детей в Эмираты. Это вот первая, которая началась, по поводу того, что их можно взять в любой молл. Ну, а дальше я покажу еще, может быть, что-то еще, может, заинтересует, и я уверена, что заинтересует, и найдутся места, где можно тоже сводить детей, где можно будет с ними хорошо отдохнуть. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну вот у нас сегодня все. Всем пока.